56 единиц. Заказал я с Алиэкспресса, привезли за 3 дня. Хороший чемоданчик, вес 1,5 килограмма у него. Ручка прорезиненная. Ну, такая тоже она вот не очень цепляется. 56 предметов, есть надпись на русском языке. Интересные ножки, такие тройные. Защелки классные, конечно, защелки хорошие, надежные, удобные, держат хорошо. Вот. Но само качество изготовления, всякие заусенцы, какие-то неровности, за руку цепляются, то есть, ну, не идеальное, конечно, качество. Кладочка такая мягкая. Вот на отвертке. Три размера плоских, три размера крестовых. И вот такая штука. Оп. Да, чтобы сюда битки вставлять. Все отвертки магнитные. Ручки треугольные. Ручки треугольные, поэтому очень неудобно держать в руке. И сами рукоятки какие-то маленькие по объему. И короткие. Не очень удобно. Вот эта часть красненькая очень жесткая, а вот эта какая-то псевдорезина, она слегка мягкая, но качество изготовления тоже не очень. То есть вот этот шов, вот он шов идет, он чувствуется. То есть если работать без перчаток, то вот этот шов цепляется за руки. На некоторых отвертках он хуже качества. Здесь вот ничего не подписано, а вот на отвертках маркированных есть надпись, то есть что это за отвертка. Какой длины, плоская. И, соответственно, вот, например, крестовая тоже будет подписана, что это крестовая отвертка. Philips 3 и длина. Само качество такое вот хорошее, жесткое. Все четко защелкивается. А вот отверточки, конечно, то есть, смотрите, видно, да, что это не закаленная часть отвертки, а просто краска покрашена неровно. Заусенцами. Сам край отвертки видно, что сломан. Немножечко он сломан. И вот это видно, что это краска. То есть это не закаленная часть отвертки, а просто покрашенная. Вот. При этом винты держат хорошо. То есть я закручивал очень длинные винты, прям до упора, сквозь дерево. Вообще нормально. Ничего не сбивается, шлицы не сбиваются. То есть в этом плане отвертки хорошие, но вот как-то вот все равно при этом сделаны немножечко неудобно и криво, и косо. Очень большой тут набор всяких разных плоских, квадратные, торксы, звездочки. Вообще всего-всего-всего очень много. Но качество, наверное, тоже, скорее всего, будет среднее. Но для домашнего использования нормально. Мелкие отвертки. Вот эта часть у них крутится, чтобы удобнее было. Опять же, вот тут какой-то вот заусенцы есть. Везде есть какие-то небольшие заусенцы, то есть качество среднее, да. Работать будет. Ну вот набор такой обошелся мне в 638 рублей. Это было 10 долларов и минус доллар скидка. Достали за 3 дня с Алиэкспресса, курьерской службы, прямо до дома. То есть набор интересный, если брать эту цену, он очень себя оправдывает. Даже ради кейса просто. Потом со временем отвертки поменять на более качественные. А вот брать там за 1,5-2 тысячи, как он стоит без скидки, это, конечно, ну, не знаю, это очень дорого. Эта штучка резиновая. Квадратных у меня еще не было никаких, никогда не пользовался. Может пригодится когда-нибудь. Гранички. Видно, да, что это шестигранички, а этот торкс, вот они постоянно бывают необходимы. Здесь, наверное, не хватает только еще какой-то угловой насадки, чтобы подлезать в неудобные места. Тогда было вообще шикарно.